Экспо-2017 – это торжество науки будущего. Такую оценку международной специализированной выставки дал маэстро Пласидо Доминго. Легендарный оперный певец и дирижер посетил Экспо вместе с членами семьи. Напомню, что король оперы прибыл в столицу Казахстана 23 июля для проведения самого престижного в мире конкурса вокалистов. Экскурсию по выставочному городку для маэстро провел глава нацкомпании Ахмеджан Есимов. Национальный павильон Нуралем Пласидо Доминго посетил первым. Здесь же ему продемонстрировали звучание кобаза. Он также увидел павильоны Австрии, Испании и Германии. Свои пожелания мэтр оставил в книге почетных гостей выставки.